Всем привет! У нас в продаже появляется Audi A4 в кузове Универсал 2019 года выпуска. Под капотом у нее стоит дизельный двигатель объемом 2 литра, который выдает 149 лошадиных сил в отличном техническом состоянии. Кузов автомобиля в родном окрасе. Также в России у него не было владельцев. Давайте заглянем в салон. Сиденье у нас тканевое, в идеальном состоянии, никаких дыр, пятен, потертостей, ничего нет. Спереди салон у нас также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В нее у нас входят все 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом, центральный замок, здесь у нас находится блок управления светом, также есть датчик света, мультируль управления мультимедией, круиз-контроль, штатная мультимедиа, которая управляется с джойстика, многофункциональная с поддержкой телефона, с навигацией, также однозонный климат-контроль, обогревы передних сидений, функция отключения стабилизации, передние и задние парктроники, двигатель у нас запускается с клавиши старт-стоп, также розетка 12 вольт с подсветкой, два подстаканника, электроручник, центральный подлокотник. Пробег на данном автомобиле составляет 237 тысяч. Давайте запустим его. Двигатель запускается отлично. Никаких ошибок, не горит, работает отлично. Ну а если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные и описание вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азин, 83, автосалон столицы. Всех ждем. Thank you.